В день представления преподобного Сергия Радонежского митрополит Омский и Таврический Владимир совершил литургию в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Омска. Преподобный Сергий почитается покровителем учащихся, потому с особыми молитвами обращались к нему в этот день все те, кто занимается освоением различных наук. В истории о чудесном улове рыбы книги Деяний евангелист Лука описал проповедническую деятельность апостола Петра, представив символическое предуказание на будущую деятельность апостола по обращению ко Христу больших масс людей. Откровение о своей будущей миссионерской деятельности получал от Бога и преподобный Сергий Радонежский. За сестру молилась к Сергию Радонежскому. У нее были проблемы немножко в учебе, поэтому я молилась Сергию Радонежскому за сестру и за себя, чтобы сдать экзамены. Он помогает в учебе, помогает сдать экзамены, он направляет ум, и мысли светлеют, и запоминается легче, и экзамены сдаются легче, проще. В день памяти этого российского святого прозвучало «аксиос», что с греческого языка означает «достоин». Удостоился в этот день рукоположения в иерее диакон Даниил Мельников. Божественная благодать! Всегда немощна и врачующий, и успевающий, и восполняющий. Врачествует Даниила, благоговейшего диакона во пресвитера. Помолимся у Боне, да придет на него благодать все святого Духа. Евангельское чтение повествует нам и о трепете апостола Петра, когда он осознает величие Господа, находящегося рядом с ним в лодке. Это напоминает нам и о благоговении, которое мы должны испытывать перед Богом и Его святыми угодниками. О почитании одного из них, покровителя всей Руси преподобного Сергия Радонежского, рассказал и митрополит Владимир. Действительно, что преподобный Сергий жил так, как читалось в апостольском чтении. И он всегда стремился творить людям добро, жить в мире, жить в благочестии и жить в молитве, и всегда не забывать о нашем Господе Иисусе Христе, потому что он всегда молился Ему и всегда просил Его помощи. Преподобный Сергий Радонежский был вдохновителем и насадителем на Руси созерцательного подвига. Троицкий монастырь дал от себя около 50 обителей и более 100 святых преподобных. Большое значение в установлении монашества на Руси имел личный подвиг преподобного и его добродетельная, полная чудес жизнь.